Ида зульзилят. Такие занятия в месяц Рамадан в Саратовской соборной мечети проводятся ежедневно. В течение 15 минут перед каждым таравих намазом прихожане учатся чтению Корана на арабском языке. Руководитель коранического центра Ильяс Хазрат Ильясов рассказывает об особенностях произношения букв и о правилах чтения Корана. Из всего, что написано, твердым звуком является только ха. Все остальные звуки нахуй произношения. Многие прихожане давно хотели научиться читать Коран в оригинале, но не всегда для этого находили время. Поэтому такие экспресс-занятия вызвали у всех большой интерес и желание продолжать обучение. По завершению месяца наши прихожане проходят этап алфавита и первую суру, священную Коранскую суру «Аль-Фатиха». То есть они уже могут зрительно читать в оригинале суру «Аль-Фатиха». А в дальнейшем, кто хочет более углубленно обучать, приходит к нам в Коранический центр, и мы продолжаем занятия. Ильяс Хазрат советует всем сделать Коран настольной книгой, особенно в месяц Рамадан. Ведь именно регулярность чтения Корана даст наибольший эффект в его заучивании.